телефон врубился. Работал. А знаешь, потому что я с ним подружился. Здравствуйте, мы хотели бы узнать, почему сегодня отрубается центр. Итак, у нас в гостях Евгений, он сейчас нам расскажет. Во видео только что было. Это привидение. Я с ним здесь давно общаюсь. Еще так, расскажите видео поподробнее. Этот случай действительно очень интересен нашим слушателям. Что же происходит? Что же происходит у вас здесь в контейнере? Это привидение видит новых людей. Если у этого привидения хуёвое настроение, оно вырубается. Но я им говорю... Знаете, привидение, у тебя хуёвые чувства, это чуваки мегапозитив. Они не знают об этом ничего. Это привидение начинает такой мегапозитив, у него такой прёт, ебать, вообще, нахуй, ебать. Такая интересная вещь, что как бы они не в курсе, потому что я как бы вечерами протираю вот эти все рамы. Так, да, я бы ты протираешь их своей рукой? Да. Да-да-да, я постоянно делаю это, потому что я хочу, чтобы эти спортсмены, они... я их заряжаю, да, это так и есть. Всегда они выезжают на своих чистых рамах, заряженными моими идеями, мыслями, потому что обычно я думаю, когда я это делаю, вот я не просто так делаю, так, обычно я думаю. Ну, я интересно, наверное, думаю. Философ. Вы, наверное, философ? Ну да, у меня рождается... Или великий мыслитель? Порой рождается вот мысли. Или гандон сраный. Вот я вот чуть-чуть так делаю, нет. Какие гандоны сраных? Только конверс, вы сказали, что? Только позитив. Никаких гандонов сраных. Да-да-да. Здесь гандонов сраных не может быть вообще. Извините, мой спонсор мне запрещает говорить слово гандон. Когда вы входите в этот контейнер, здесь идет фильтр. И все гандоны сраные остаются там. И начинается джаги-боги, баги-дуги.